Рядом с нами Родриго, суперфорвард «Кристалла», и переводчик, который нам поможет, Андрея, санкт-петербургского коллектива. Родриго, такая легкая победа в этом полуфинальном сражении. Ожидали, что матч получится столь уверенным для «Кристалла». И спрошу по качеству организации всего саратовского суперфинала. Вы немного времени здесь провели, но все же, как песок, как атмосфера, болельщики, торседорос. Окей. Ele disse que foi uma vitória relativamente fácil e perguntou como que você vê isso e como que você, o que que você acha da organização, da atmosfera, torcedores e da areia. Bom, foi sem dúvida a nossa melhor partida no campeonato, onde conseguimos controlar o jogo desde o início até o final, sem risco de perder o jogo. E a areia para mim é muito boa, o clima é igual ao do Brasil, porque a areia é muito boa porque eu consigo conduzir bem a bola, tenho facilidade para conduzir a bola. E a torcida maravilhosa, deixando o espetáculo cada vez mais bonito. Ok. Так, сначала про погоду, ему очень приятно, потому что как бы напоминает дома, в Бразилии. Песок также, он говорит, что здесь как-нибудь не тяжелый песок, поэтому он может бегать быстрее, контролировать мяч легче и бегать быстрее. И, ну, и атмосфера отличная. И фала, что была наша лучшая партия. Самый лучший матч, он говорил, без сомнения, это был наш самый лучший матч. Мы не теряли контроль ни одну минуту. На что обращал внимание тренер перед поединком со «Спартаком»? Может быть, конкретно на какие-то персонали? И ожидаете, что ожидаете уже от второго поединка? Будет ли он столь простым? Qual foi uma observação particular, se houve alguma observação particular do treinador em relação ao time, ao adversário? Bom, é um time que ataca muito bem, controla muito bem pela lateral. E nós criamos um sistema tático para bloquear essa característica deles. Só não posso falar como, porque amanhã tem outro jogo contra eles. Так, они умеют очень хорошо играть на атаку, особенно. И что наш коуч попросил, чтобы мы как-нибудь аннулировали это. Но секрет он не может создавать, потому что завтра еще играют, поэтому... Это то, что он говорил. И в завершение спрошу, как вам помогает в команде Жилберто Коста? Он отсутствовал на московском этапе, сейчас вернулся к Саратову. Какие функции он в команде выполняет? Qual a função que o Gilberto tem dentro do time e de que forma ele consegue ajudar? Bom, o Gilberto tá para mostrar aos nós jogadores e o técnico Alexandre que tem novas possibilidades de jogo, novas táticas. E isso é sempre bom, ter uma ajuda de um técnico campeão mundial, tão vencedor do jeito que ele é na carreira dele. Ok. Самое главное, что он может показать какие-нибудь нюансы и детали. И, конечно, он сам чемпион в мире, поэтому всегда он помогает много. Спасибо вам большое, успехов здесь, muito sucesso и exito aqui em Саратов. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо.